Студенты выстроились в форме логотипа 5100 на главной площади перед ЮРГУ. Таким образом, участники акции отметили значимость вхождения нашего вуза в этот проект и выразили поддержку университету. Люблю быть частью большой команды, и здесь действительно я это ощутила. Я почувствовала, что нас так много, и вместе мы сила. Чувствую такую гордость, наверное, даже за ЮРГУ и патриотизм. В акции приняли участие более 100 человек. Но большая численность не помешала организаторам проекта выстроить студентов в логотип проекта 5100 с максимальной точностью. Благодаря усилиям студенческому братству ТТ, Института экономики, торговли и технологий, профбюро множества факультетов и школе молодого лидера нам удалось собрать более 130 человек, что позволило нам собрать 5100 таким, каким мы хотели его увидеть. ЮРГУ – один из самых крупных университетов нашей страны, где учатся более 50 тысяч студентов. Эта акция наглядно показывает, что каждый из них готов поддерживать вуз и помогать продвигать его в международных рейтингах.